Who's a true Londoner? 新实用汉语课本第一。Sono studente. Sì, sono di New York. Программа Lingafon. Ахой, Вера. Добрый день, Ольга. Какие есть дни с почасье? Дни с е, пенкне почасье. Это мы поговорили о погоде с Верой. Мы определили, что каждая погода хороша, поэтому каждый день у нас все-таки погода будет хорошая. Это наш с Ольгой теперь жизненный девиз. Пенкне почасье. Добрый день, это программа Лингафон на 101 FM. Вера Власова, Ольга Близина и наши преподаватели Кристина Крижанова и Ленка Сивакова. Пришло время для нашей любимой с Верой темы. Без этой темы мы далеко, я думаю, что не уедем ни в одной стране. Без нее никак совершенно не прожить даже дня. Это тема еды. Мы узнаем, что же едят в Словакии, как девушки относятся к нашей местной русской кухне. И узнаем, я думаю, что много новых рецептов. Наверное, начнем все-таки с России. Ну что, как вам? Что полюбилось особенно в России? Ваши впечатления? Я бы сказала, что в России еда похожа на словацкую. Мы тоже много ем картошку и капусту. Это не очень странно. Нам полюбилась, да, капуста. Мы часто ем капусту. А что вы делаете с капустой? Только с оладьем. Но мне особенно нравится борщ. Но мне чуть-чуть непонятно, почему русские едят борщ с майонезом. Мы все едим с майонезом. Да, это тоже я заметила, но тоже так и непонятно для меня. А что с майонезом не так? Почему майонез лучше сметана? Да, наверное, больше принято со сметаной. Да, он такой очень вкусный. В других странах европейских. Я обычно за чистый борщ, чтобы оценить все способности хозяйки. Я согласна с тобой, да. А селедка? Под шубой без майонеза. Селедка? Что это? Рыба такая соленая. Все рыбы соленые для нас. Да, рыбы очень соленые все. Когда вы купите рыбу, не чувствуете солью так много. Но здесь мы всегда, когда мы купим рыбу и сделаем ее, она просто... Нам сложно есть его. Нам надо выпить литр воды, когда мы ем рыбу здесь. У меня есть теория, что рыбу с солью напичкиваю, чтобы она больше влаги впитывала и больше весила. Это так похоже на Россию. Бизнес. Суровый рашен бизнес. Борщ есть в Словакии или есть там какие-то другие супы? С пампушками. Оригинально, как борщ, такого нет. Но есть много других супов. А какой в Словакии самый популярный суп? Вот такой вот прям колоритный, как у нас борщ. Мне кажется, это куриный суп. Куриный суп? Да, у нас куриный. В России тоже есть куриные супы. А чем ваш отличается от наших? Да, это я не знаю. Я его не ела в России. Расскажите этот рецепт приготовления, я вам скажу, в чем отличие. Ну, сам надо просто варить курицу и овощи. Да, и мы еще делаем домашние, как шпагетти это выглядит, но только идет лапшу. Мы это часто делаем домашние, и потом суп очень вкусный. Это мы называем куриный суп с лапшой. А как у вас это называется? Куриный суп. Просто куриный суп. Ну, самый известный, по-моему, капустный. Едим всегда во время Рождества. Ну, когда праздники, да. Суп на праздники. Капустный. Есть традиционная еда на Рождество. Это капустный суп и рыба. Так, расскажите про капустный суп. Он как-то похож на борщ, просто там не свекла. Так щи, наверное, наши. Ну, это я тоже не ел. Потом мы его ем на праздник, потому что кроме капусты там идет очень много мяса, потом еще грибы. И поэтому он такой, как бы, суп для праздников, потому что очень богатый. У нас в России из праздничных супов, наверное, выделю только солянку. Он такой более-менее тоже богатый. На какой праздник ты употребляешь? Ну, мы не можем позволить. Мы бедные кировские люди, не можем позволить себе его каждый день. То есть, когда случилась солянка в доме, это праздник. Да. И когда осталась лишняя колбаса. Я вспомнила историю, тут у нас просто перед глазами название блюд, которые мы сегодня будем обсуждать. И как-то в Польше во время путешествия я оказалась в кафе, и вот перед тобой вот меню тоже какие-то непонятные слова. И выбрала я там пироги, и приносят вареники. Было необычно. И еще одно блюдо, которое я тогда попробовала, может быть, есть что-то похожее в Словакии, это был суп фляки называется. Куриные потроха и очень много специй. Я так и не знаю. Но теперь, по крайней мере, мы знаем одно, что если вы хотите пирогов, то вы их не заказываете. А как пироги на самом деле, вот те, которые мы под этим словом понимаем? Так есть смешное слово, что ваши пироги у нас будут бухты. Ну, как бухта. И бухта, я знаю, что у вас это
для кораблев, да. Как эти ваши пироги выглядят? Больше булочки. Булочки, да. С начинкой, да? Да, начинка может быть или варенье, или часто с творогом и с маком. Или с таким словацким сыром бринза. А вот другие разновидности булок, какие у нас есть? Ватрушки, там какие-то шанги, когда... Растягай. Да. Рыба, капуста, зеленый лук с яйцом. Мне кажется, у нас такие не очень популярные. Когда идешь в пекарню, там не часто бывает пирог. Это больше сладкие пироги. Или с сыром. Или с чесноком. Но с капустой я даже не видела Словакии. С мясом никогда. Тоже так часто не бывает. Пирожки за сосиской я видела в России, да, только. Да, у нас из котлеты есть тоже. Из курицы это я первый раз видела. А вообще, как принято бережно относиться к своей фигуре в Словакии? И принято ли? Есть ли термин правильное питание? Сейчас уже побольше. Я не знаю, почему люди просто странные. Такого не бывало, но пришла такая как бы мода, что люди так начали. И тоже много начали смотреть, если продукты био, но тоже у нас начало такое, чтобы люди куповали словацкую еду, такой как бы реклама. Местный производитель. Да. Но там консервантов меньше, я думаю, что так, что это очень хорошо даже. Да, и очень вкусные. Но, кстати, мне очень нравится вятское молоко и творог, и сметана. Я так вкусные продукты из молока еще не ела. Тоже, когда я ехала первый раз домой, я принесла творог. Доехал благополучно, все хорошо. Ну, я купила его в день отъезда и приехала домой, и друзья попробовали, и очень понравилось. Все в восторге были, да? А как у вас с молочной промышленностью в Словакии? Да, я всегда думала, что там тоже хорошее молоко. Просто там их уже очень много сортов, другов. Иногда случается обнаружить, что не во всех странах существует такой продукт, как кефир, например. Ряженка. Ну да. Снежок. Снежок. Бифидум, вот это вот все не найдешь. В Словакии есть просто вот кефир даже. Кефир есть. Но есть продукты, например, бринза. Такого нету за рубежом. Это... У нас что-то пытаются возить, какую-то бринзу, или изготавливать здесь в России. Как все остальное пытаются. Да, как креветки белорусские. Еще иностранцы, когда им описывают, что такое сметана, они удивляются, как вы едите эту гадость. Это же испортилось уже молоко. Ну, у нас из страны еды тоже. Ряженка, например, такой в Словакии нет. Я это в первый раз здесь купила. Мне не очень понравилось. Кроме слишком соленой рыбы, какие блюда, может быть, вам не очень понравились в России? У меня это был холодный суп, окрошка. У нас всегда суп теплый, и я купила суп. Первый он был холодный. Я думала, о, какой плохой суп. Надо мне подогреть. Дали. Да, мне надо его подогрела его. Но потом начала есть. Мне очень чувствовало, как вода с укропом. Но мне этот суп был вообще непонятный. А вообще вы квас пьете? Нет, квас не можно найти. Нет. А здесь в России? Ну, нам понравился. Да, нам нравится квас. То есть сам по себе нормально, а в окрошке не очень, да? И там были, в моей окрошке были огурцы. Просто огурец – это овощи, которые в суп не идет. Поэтому для меня это был сюрприз. А как будет по-словацки «еда»? О чем мы вообще тут разговариваем уже 15 минут? И как она называется? Еда по-словацки «едло». «Едло». И глагол «есть». Как и по-русски. Есть. Есть. Давайте его, может быть, просклоняем. Давайте. Я ем. Ты ешь. Ты ешь, они едят. Ты ешь, он е. Он е. Она тоже е. Да, она е. Они. Они едя. Едя. Мы. Мы еме. Еме. Множественное число сложнее, чем единственное. И вы. Вы ете. Ете. У меня вопрос, чем этот глагол отличается от «быть»? «Быть». Да, я надела, что не будет такой вопрос. «Он е» и «по часе е». И мы запутались. Там главное контекст определить. Я просто, и существую ли я ем? Как сказать «я хочу есть»? «Я хцем есть». «Я хцем есть». А «я голоден»? «Сам гладный». Это уже было, да? А «я хочу пить»? «Хцем пить». «Сам пить»? «Хцем». Хцем пить. Еще можно сказать, что приятного аппетита. У нас будет добрую хуть. Добрую хуть. Добрую хуть. Добрую хуть. И что принято на это ответить? Дякуем. Дякуем. Что в Словакии с напитками? Есть ли чай? Какой чай? Что употребляют во время обеда? В Италии только воду пьют, а чай вообще не воспринимают. А кофе — это десерт.
У нас люди любят чай, но мне кажется, мы часто пьем зеленый или фруктовый. Фруктового очень много. И тоже, когда мы здесь приехали, нам очень не хватает фруктового чая. Всегда, когда мы в магазине, мы смотрим, или я, например, найду чай из ягоды, но он черный. Нет, просто с фруктов. А я хотела сказать, что и больше всего пьем чай с трав. И люди любят купить, например, мяту в магазине и потом с свежей мяты делать чай. Тут тоже таких трав немного. Немного, но есть все-таки. А предпочитают чай в пакетах или траву, чтобы смешать еще из разных упаковок и сделать свой оригинальный какой-то чай? Ну, легче просто купить пакеты. Но мне кажется, что сейчас больше и больше травы популярны. Купить просто свежее что-то. И... Потому что вкус... другой. Это просто невозможно сравнить с этими чаями из пакетов. И у нас тоже начала такая мода, что в квартире на окне вы сделаете маленький сад, и там травы выращивают. У меня одно время росла мята на подоконнике. Я выращивала, очень было вкусно. И в чай, и в десерт везде добавляла себе. Да, это по вкусу лучше. Да. Ну и само наименование чай, я думаю, что нам легко будет очень запомнить, потому что это звучит как... Чай. Чай. А черный и зеленый? Черный чай, а зеленый чай? Черный и зеленый. Зеленый. А фруктовый? Овоцный. Овоцный. Ну фрукты это же овощи на самом деле. Кофе существует. Да, конечно, очень популярное. И черное с молоком, кому больше нравится. Так кофе у нас будет кава? Да. А кофе с молоком? Кава с млеком. Кава с млеком. Во время путешествия в Грузию меня очень удивило, что там продается кофе с собой, но он не зерен, он не из кофемашины. Растворимый кофе, который за совсем небольшие деньги тебе наливают в стаканчик, и ты счастливый идешь по дороге, просыпаешься, наверное. Тот кофе, которым мы уже тут привыкли себя радовать, да, и хороший там или капучино, или американо, его надо еще поискать. В Словакии. Что проще найти, если мы обедаем не дома? Ну, то есть я переформулирую немножечко вопрос. Насколько есть у вас традиция качественного приготовления кофе? То есть начиная с обжарки зерен, помол регулируется в зависимости от давления, от температуры, от влажности. Сама экстракция кофе, насколько вот это все четко отслеживается у вас? Может, растворимый хороший бывает? Не может быть растворимый хороший. Я думаю, что это зависит просто от города. Да, я скажу про столицу, где я жила несколько лет, и пришло такое время, что все начали заниматься кофе, и все были специалисты для кофе, и это еще существует так. И когда вы пришли в какое-то кафе и хотели купить себе кофе, это было просто, как сказать, как экзамен на университете. Это было очень сложно, потому что вам пришло так много в начале. Никогда не было такой вопрос: ой, из какой страны хочешь кофе? Там, из Африки, из такой, или так, и так. Тогда люди начали смотреть на высокое качество, но я не знаю, мне кажется, это такая мода. Ну, это интересно. Когда я вижу, да, что там много этих сортов, я просто спрошу кого-то, кто работает, там, скажу: «А, мне нравится горькое кофе, усильное». И что мне надо купить? И всегда они мне сделают. И так и бывает, что чем дороже кофе, тем меньше чашка. Если больше чашка, там разбавляется все либо водой, либо молоком, и качество кофе теряется. Так что все логично. Вот меня заинтересовал такой напиток, как кофола. Что это такое? Кофола – наш самый любимый напиток. Это было оригинально во время... Еще Советского Союза, когда рубеж был закрыт, люди не могли пить кока-колу. Было надо найти какой-то другой напиток. Тогда в Чехословакии придумали кофолу. Она похожа как-то на что-то между кока-колой и вятским квасом, я бы сказала. Это как, наверное, наш напиток Байкал. А сейчас он тоже существует. Да. Да, очень популярный. То есть мы переведем кофола, это кола-квас. Квасола. Квасола. Это мне очень нравится. Квасола. Квасола. Да, ну дальше пойдем по напиткам. Сок – это джус, пиво – пиво, вино – вино. А где вода у нас? Вода. 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 Паленка. Это уже пошли именно национальные такие напитки. Handmade. Ну да. Что такое паленка? Паленка. Ну, можно даже сказать, что это как фруктовая водка. Не только...
домашняя, но часто люди тоже дома ее делают как самогонку или и у нас что-то. Есть такая шутка, что самое любимое имя для мужчин это Ленка, потому что Паленка. Все теперь ясно, вот и всталось на свои места. То есть традиции такого домашнего приготовления спиртных напитков, да, вот она есть. Ну, есть, просто не надо об этом говорить, потому что... Да, потому что. Ну что, мы тоже такое делали. Да. Для себя весь, не для других. Так, ну, пожалуй, с напитками это все. Газированная вода вот еще, она как будет у нас? Обычно минералка. Да. Минеральная вода, минералка. Это прям нормальное слово. Да. Да. Не наше разговорное. Нет, минералка. А как попросить воду без газа? Не перливу. Не перливу? Да. Это вода не перливу. Не перлива. Да, потому что перливи значит с газом. Тогда не перливу. Не перливая вода. Давайте еще выучим какую-нибудь фразу, связанную с едой. Например, мне нравится. Мое любимое блюдо. То мы выучили название. Такие сложные, как вода. Джус. Но мое любимое блюдо по-словацки, мое облюбленное едло. Мое облюбленное едло. Чтобы сказать «мне нравится», можно просто начать предложение с «мам рад» или «мам рада» и потом добавить эту еду. «Мам рада» – пироги. «Мам рада» – овотный чай. Да, хорошо. Мое любимое едло – понятно. А мой любимый напиток, как можно сказать? Мой облюбленный напой. Мой облюбленный напой. А если я хочу спросить Ольгу? Ольга, аке напой? Аки. Аки? Да, потому что это мужской. Аки. Аки напой. Е. Твой. Ага, какой это, какой есть твой самый любимый напиток? Аки е. Твой облюбленный напой. Мой облюбленный напой е кава. Кофе мой любимый напиток. Да, кава с млеком? А как без? Черный кофе. Черная кава. Или без млека. Без млека. Черный кава. А едло оно будет аки или аке? Аке. Аке е... Потому что средний род, да? Да. Облюбленное едло. Мое облюбено. Облюбене. Мое облюбене едло. Локше. 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 Что это? Локше. А локше? Девочки нам расскажут, что это такое. Это, я так понимаю, что эквивалент наших драников. Там смешивается с яйцом, мукой и обжариваются такие вот оладушки, блиночки. Это гаруля. А локши, они просто выглядят как блины, но они из картошкового теста. Тонкие так, и, тонкие, очень и тонкие, большие. Ну, да. А как их едят? Тоже с начинкой или с начинкой, сметанкой? Или как гарнир к мясу. Я очень люблю локши с маком. С маком? Да. Да. В Словакии много макуем. Поэтому у вас такие вот женщины, да, как мы слушали в одной из предыдущих программ. Какие? Дикие, которые варят борщ. Ну да. О чем будет, кстати, наша сегодняшняя песня? Про каких женщин, если про них? Сегодня не будет про женщин. Это песня. Песня о чем? О жизни. Сложно даже сказать. Исполняют брутальные словацкие мужчины. Группа как-то уже не молодая, но зато любимая словаками. Просто такая позитивная. Я в интернете пыталась найти их песни, очень сложно найти. Они не такие известные, как другие группы, может быть, но все равно в Словакии все их знают, и в радио можно очень часто их слышать. Ну, очень приятное звучание, давайте послушаем. Si myslí, život býva často kyslý, aká zvláštna je tá cesta, aké menové gestá. Tak som sa s tým ako zmieril do života, s chuťou mierim, cítim rytmus nášho mesta, bývam obľúbené miesta. Každý deň chcem niečo zažiť, nech je všetko ako má byť, inflácia mojich citov. A ty som si dávno zvykol. Nie som teraz stále viery, a tak nie som nikdy v cieli, ale vždy som práve tam, kde to vôbec nečaká. Rád by som vedel, kam mám ísť. Rád spravil aj
Вот такой мужской коллектив поет нам. Давайте его уже представим и песню назовем. Но песня называется «Cesta z mesta», что можно перевести как «Путь из города». И группа называется «Hex». Это что значит? Я где-то читала, что это значит «гуманоидный эксперимент». Они объясняли, как просто хотели узнать, если людям понравится их музыка. Эксперимент на людях. Интересный подход к выбору названия группы. Да, вы нас слушаете, мы потом смотрим, выживете вы или нет. Так, выживет ли наш проект или нет. Да, итак, о чем же нам здесь мужчины рассказывают? Это так, ако си мислишь, живот бива часто кислый, ака звлашна е та цеста, аке нутне нове геста. Это так, как ты думаешь, жизнь очень часто бывает, мы скажем, кислая. Это принято так говорить, да? Да. Как по-русски это будет? Тяжелая. Да, тяжелая. Но нет, точно тяжелая, просто не очень хорошая. Да, по-словацки, повторимся, это звучит «живот бы я часто кислый». Живот бы я часто кислый. Так что если у вас кислый живот, то не печальтесь, это просто жизнь такая. А козвлашная эта цеста, какая интересная, может быть, это путь, а кенудная новая геста, какие скучные многие жесты. Можно было бы предположить, что нудные это будет что-то, наоборот, хорошее, как часто бывает со словацким языком, но скучный – это ее верный перевод, как мы и подумали. Так сам со стым легко смерил, до живота с хутем мерим, цитим ритму с нашего места, внимам облюбленное место. Ну так я легко с этим смирился. И жить начинаю с вкусом. Я чувствую ритм нашего города. Это понятно? Место – это город. Место – город, да. И я смотрю любимые места в этом городе. А место – это город, а место – это места. Место – город. Место. Это место. Рад би сам ведел, кам мам исть. Рад справил вет, чо увольнима. Я би хотел знать, куда идти. Я бы хотела сделать вещь, после которой я буду чувствовать себя хорошо. Это была минутка жизненных реалий словацкой гуманоидного лирики. Эксперимента. Ну, вроде бы позитивно все-таки, да, настроивают у ребят, да, что все-таки все будет хорошо. Я хожу по городу, смотрю на любимые места. Все-таки положительное что-то в жизни лирический герой находит. Так что будем находить и мы. Всем, кто когда-либо захочет покушать добрую куть. Заранее хочется пожелать. Ну, а в следующий раз мы продолжим, я думаю, говорить о еде. У нас еще много чего интересного там будет, да? Да, и научимся не только ее узнавать в меню, но и как-то просить, не знаю, одобрять. Или порицать. Да, и требовать добавки. Это была программа «Лингофон» на 101.0. Можете найти нас также на сайте echokirova.ru. Программы «Лингофон», Вера Власова, Ольга Болезина. И наши преподаватели Кристина Крижанова и Ленка Сивакова. Дякуем, до видения. Программа «Лингофон».